приехали тут, понимаешь ли? Уже нам, коренным москвичам, здесь житья от вас нет. А наша столица, между прочим, не резиновая. Понял? Ваша столица, да? Наша столица. У меня мама здесь квартиру купила. На улице что-то расставили. Вот сейчас ремонт делает. Ну давай, говори, как там тебя зовут, только такой укороченный вариант, ладно? Ладно, начальник, зови меня Александр. Вот это другое дело, а то... Лагман, люля, кебаб, заде. Как фамилия? Македонский. Знакомая фамилия. Тебя уже брали? Дважды брали. Так и запишем. Рецидивист Македонский. Ходят тут, понимаешь ли, без регистрации. Начальник, у меня регистрация есть. В городе Архангельске. А где документ? Есть документ. Есть, сейчас покажу. Вот, Архангельск. Вот, 500 квадратный метр. Пожалуйста, бери регистрацию. Мне не жалко, бери. Ну, все. 500 метров для регистрации, это маловато. На 500 метрах ты особенно не разгуляешься. У меня еще прописка есть в городе Ярославле. 1000 квадратный метр, вот. Пожалуйста, вот. Тоже забирай, не жалко, все. Вот видишь, я говорю, что регистрации нет. Вот, настоящая регистрация. Слушай, а может у тебя еще и дача есть, а? Ну, где-нибудь за границей. Начальник, может, за границей не будем трогать, а? Ну, давай, давай. Может, не надо? Давай, 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 давай. Уф, есть дача. В Америке есть дача. В городе Вашингтоне, вот. 100 квадратных метров. Даже портрет дедушки есть, вот. Тоже забирай, пожалуйста. Все. Ну, все. Ты ж молодец, все у тебя нормально. Уф. Ну, давай, давай, беги. Ремонтируй свою квартиру, да? Все у тебя нормально. Спасибо, Рафа. Давай. Спасибо. Стоп! А квартиру ты там один ремонтируешь? Почему один? У меня целая бригада. Это хорошо. Да? Я к вам обязательно зайду. Пожалуйста, плов сделаем, угостим. Адрес-то у тебя какой? Вот центр Москвы, вот прямо центр. Улица Шатаруставелли, 7, квартира 15. Так это же квартира моей мамы. Подожди, а деньги у тебя откуда? Твоя мама дала. Сказала, что я плитку купил. Ты что мне здесь голову морочишь? Там ремонт стоит, а он здесь по милициям шляется. На вот. Забирай свою прописку. И давай бегом за плиткой. Спасибо. Спасибо, друг. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я тропе, друга я никогда не забуду, если он прописался в Москве. Москва, смотри, купола. Москва, ты всех нас предала. Москва, сияет красотой. Москва, ты город наш родной. Thank you.
Thank you.
Тихо, Лохов. Слышь, Лохов, а? Это ж сколько мы с тобой уже в засаде сидим, а? Ах, кто его знает? Слышь, а? Ты ж делал зарубки. Ну, делал. На колбасе. И шо? Ну, шо? Судя по ней, наш срок пребывания здесь не увеличился, а уменьшился. До фостика. Пить хочется. И мне. Долго и обильно, не отвлекаясь на тосты. Лохов, а? Не разлагай дисциплину. Товарищ капитан, пора б уже б кого-то разложить. Мы тут 2 недели следим за этим сексуальным маньяком. Поневоле ж вживайся в образ врага. Лохов, я тебе еще раз напоминаю, что взять мы его должны только с поличным. Прямо на... на месте преступления. А если преступления не будет? Лохов, ты оптимист или наоборот? Оптимист всегда верит, что преступление произойдет. Но если он не захочет? Не захочет, заставим. Не сможет, шо, Лохов? Правильно научим. Знаешь, что сказал? А? Капитан Жиглов. А знаешь почему? Никак нет. Потому что все капитаны очень умные. Не все. Я одного знаю, так тупой, как... Кто такой? Я вам потом как-нибудь покажу. Все-таки, товарищ капитан, я бы пошел на захват этого упыря. Молодой ты еще, Лохов. А я помню, был прецедент. Брали одного такого, зверь. Всех или насиловал, или убивал. А вас? Меня убил. Тут не то, товарищ капитан. Моя жена уже 2 недели нам носит в эти кусты передачки, как в тюрьму. А этот гадский маньяк наслаждается преступлениями на свободе. Что-то не то в том, Лохов, что моя жена не носит нам передачки. Да, вы не переживайте, товарищ капитан. Пока мы с вами вдвоем тут сидим в засаде, с ней ничего хорошего не произойдет. Собака. О, правильно, товарищ капитан. А что если мне тещиного собаку позора к нашему делу представить, а? Ну, чтоб с позором службу нести. Долго думал? Нам еще чужого позора тут не хватало. Да знаете, как он мне дули тычет. Кто? Он же ж животное. У него ж пальцев нет. Да я по его морде вижу, что он мне их тычет, крутит. Тещина выучка. И все-таки, товарищ капитан, нужно что-то быстрее делать. Ты свою спешку, Лохов, будешь на похоронах тещи применять, понял? Есть мудрая японская пословица. Только к тому, кто умеет ждать, приходит маньяк. О, Лохов, смотри. Появились потенциальные жертвы. А ну дайте бинокля. Да какие это жертвы? Это ж наши жены. Красиво идут, между прочим. Ёлки-палки, 5 часов утра. Откуда это они? Вот что значит идет жена капитана, а? Смотри, ать, ать, ать.
а моя А у моей четко так смотри, вверх-вниз, вверх-вниз. А у моей туда-сюда, туда-сюда. А моя так прыг-скок, прыг-скок. А моя шлеп-шлеп. Шлеп. Разведу шлях. Работать надо с личным составом, лохов, а не с позором дули крутить. Тихо, лохов. Появился объект. А ну дайте бинокля. Господин капитан, это маньяк. Ёлки-палки, господин, ну, я не понял, я ж соплёй перешибёшь. Вообще, откуда вы взяли, что это маньяк? Неважно. Валентина моя жаловалась. Что, приставал? Ну, потенциально. А, ну, это ж понятно. Без потенциально не пристают. А ну дай. А вот и появилась женщина. Лохов, приготовься. Что именно я должен приготовить, товарищ капитан? Телефон мобильный. Ага. Сейчас пойдешь снимать все преступление и смотри, не сорви мне операцию до самого конца. Так, объекты сходятся, Лохов, что? Женщина взяла с места. Что взяла? Ну, рванула. А, обезвредила гада. Вот молодец, а ты тут... Сиди в этой засаде, как два дурака. Один дурак, Лохов. Виноват, я даже знаю, кто. Кто? Я вам потом как-нибудь покажу. Побежала, Лохов, побежала. От него или за ним? Рядом бегут. Как на перегонки, да не хватало, чтобы они еще нам чехарду устроили. Эх, ушел гад. Вместе с женщиной. Господи, капитан, ну, а почему мы не выскочили из засады? Опасно, Лохов. Ты ж молодой. А я один раз погнался уже за таким. Да, я уже понял, что вы погибли не один раз. Надо же что-то делать, надо же как-то помочь. Так кому помочь, Лохов? Он столько раз справлялся сам, а мы тут выскочим из засады, как два придурка ему помогать. Как один придурок. И не ему помогать, а женщине отбили бы. Залегла бы с нами в засаду. Ой, с кем залегла? Что ты можешь предложить женщине, Лохов? Фостик от колбасы и жену на подходе. Господин капитан, а ну, шо? А ну, возвращается. Кто? Ну, женщина эта, оманьяченная. Одна? Ага, улыбается. Ну вот, Лохов, видишь? А ты хотел бабе праздник испортить. Владимир Донец, Владимир Моисеенко. Браво! Спасибо. Милиция, милиция. Да наша милиция лучше всех. Лейтенант Иванов недавно задержал целую банду. За что получил денежную премию, на которую купил бутылку водки, добавив к премии 100 рублей. Майор Сидоров по обмену опытом был в Америке. Они его научили пользоваться компьютером, а он их ругаться матом. После чего раскрываемость у них повысилась в два раза. Лейтенант Ёлкин поставил себе на велосипед мигалки, какие пробки ему не страшны. Зимой на лыжах мигалка на голове. Руководство оценило его инициативу и вручило ему часы с дятлом, который стучит ему на всех 24 часа в сутки. Служебно-розыскная дворняжка Жульк недавно нашла тонну героина, который наркокурьер привозил в штанах. За что повышено в звании, теперь называется Бультерьер Рекс. Майор Петров заочно кончил академию, правда, ошибся и сельскохозяйственную. Теперь, если какая машина забарахлит, тащит ее к ветеринару. В прошлый раз у иномарки «Вольво» ветеринар обнаружил кариус, а у «Мерседеса» насморк. А ты попробуй, не обнаружь. Если Петров в тире, из 100 очков выбивает 1000. В прошлый раз, когда патроны кончились, закричал за душу, и мишень от страха убежала. Все словесные портреты составляют, а капитан Феткин пишет просто сволочь и всех находит. Однажды объявили план перехвата, так он самолет в воздухе остановил. И не его вина, что самолет, если выключить двигатель, падает. Когда из зоопарка сбежала горилла, сержант Зубриев задержал ее, хотя он уже ходил в одежде и работал охранником. Однажды в городской бане в засаде сидел 2 дня. Причем в парной и бронежилете.
А чтобы никто не догадался, что милиционер хлестался веником и просил поддать пару. Причем сидел в женском отделении, хотя ловили мужика. Когда сборная нашего УВД играла с Челси, то выиграл со счетом 40-0. Потому что лейтенант Прохоров на вышке со снайперской винтовкой сидел. И футболисты Челси это знали. Эксперт Кощеев по двум отпечаткам пальцев определил, что они оставлены рукой, и ее сейчас ищут. А инспектор детской комнаты Мышкина ведет профилактическую работу еще в период беременности. В результате чего рождаются только будущие милиционеры и юмористы. Спасибо.